Спросите имам. Онлайн-академия Медина – классическое исламское образование с нуля. Сделаем первый шаг вместе. Ссылка на регистрацию в описании. Вопрос, является ли работа поклонением, айбадатом? Некоторые говорят, что есть такой хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-амалу аль-айбада или аль-амаль каль-айбада. То есть работа – это поклонение или работа похожа на поклонение, то есть является поклонением. Но однако этот хадис, как говорят ученые, ля асля ляху, у него нет основы, то есть он недостоверный, неправильный хадис. В этом вопросе, если человек работает, дозволенной работой, халяльной работой, с намерением для того, чтобы не выходить попрошайничать, чтобы не попрошайничать, чтобы прокормить там семью, чтобы помогать близким, родственникам, через это заработанное, он поддерживает там родственные отношения, чтобы помогать нуждающимся, то тогда это будет для него поклонением, если у него такой ниет, если у него такое намерение. При условии, чтобы это его не отдаляло от поминания Всевышнего Аллаха. Как сказал в Коране Всевышний Аллах, «Риджалун ля тульхихим тиджарату, ва ла бейун ан зикриллахи, ва икаме салати, ва ита иззака, яхафуна йома, татакаллабу фихи лкулубу ва ла бусар». Всевышний Аллах в сурате Нур сказал, мужчины, их не отдаляет от поминания Аллаха, от молитвы, обязательно молитвы намаза, от выплаты заката, обязательного заката, не отдаляет их торговля, не отдаляет их бизнес. То есть они именно как бы то, что Аллах субхану тааля приказал, выполняют, но работа никак их не отвлекает от этого. Поэтому также Аллах в Коране говорит: «Я юха лязина амана уля тульхикум амвалюкум уля ауляйдукум ан зикрилля». О верующий, пусть вас не отдаляет от поминания Аллаха ни ваши дети, ни ваше имущество. То есть при этом условии, если человек зарабатывает, то есть работает с намерением для того, чтобы там содержать семью, чтобы помогать близким, родственникам, неимущим, у него такое намерение в сердце, и это его не отдаляет никаким образом от поминания Всевышнего Аллаха, от обязательных постулатов, то это для него будет ибадатом, для него будет поклонением.